Брух, получается? Мне надоело, что мой первый видос пересматривают все, кому только не лень, поэтому да, я сделал ремейк, и что вы мне сделаете? Ну а в этом видео вы увидите все то, что видели в предыдущем видео, только в лучшем исполнении. К примеру, огромные цифры, бафы и ну все такое. Короче, ребята, рекомендую. Да я вам даже лоу-фай по канону включил, чему вы вообще можете расстраиваться? Итак, Беннет почти никак не изменился за все то время, пока вышел мой первый видос. В общем, он все так же ходит с холодным лезвием и чем-то в артефактах. Мой план таков, то что он обрел консты, стал сильнее, круче, а значит можно повторить эксперимент. Плюс, ну, первое видео, ремейк, ну, типа, знаете, ребята, ностальгия. Кстати, Делюк сегодня лишается своих шмоток и передает их во владение Беннета. Круто, клево, хлеб продакшн. Втюхиваем ему как царуба и син и чекаем, что там получилось с артефактами, потому что большинство из них я тупо забрал у Делюка. Ну, криты мы потеряли, зато у нас фулл пиросет. Удивительно, впервые. Ну, раз уж такое дело, давайте качнем ему таланты, хотя бы на 2 уровня, чтобы ну, он был мощный. Подпишитесь, чтобы я ремейкнул еще больше подобных видео, и было круто. А, ну и лайк тыкните. Отряд легендарности собран, мы идем бить Криопапоротник, главного еженедельного босса. Буду ли я добавлять бейс в первом видосе? Нет, потому что мне лень его искать. Там еще по дебрям шастать. В общем, ребята, труба. В общем, заряжаем ульту, бафаемся и отправляемся разносить все. Вторая попытка. Ну, ультанули мы нормально, но, блин, он что-то скис. Ладно, погнали набьем ультимейты и попробуем еще раз. Но сейчас цифры будут полный разнос, ну потому что все так поменялось, ребята, я в этом почти полностью уверен. Там себе. Ну а цифры так-то неплохие, ибо Делюк реально актуален походу, потому что ну он прямо изничтожает. Конечно, все еще не убийство Криопапоротника за один раз, но нормально. В общем, я доказал, что Беннет Делюк все еще может. Даже спустя 10 месяцев. Даже после того, как я выбил этого Делюка. 15 урона. Надеюсь, вам понравилось. Не знаю, давайте добьем время анекдотами. Первый анекдот. Мой канал кому-то нужен. Второй анекдот. Кнопку дизлайка нажимают реже, чем кнопку лайка. Ну и третий, самый разрывной анекдот. На меня не подписывается. Вообще, очень смешные анекдоты. Надеюсь, вам понравились и вы что-то поймете. Так что давайте, ребята, не знаю, все. С вами был Беннет Делюк. Всем пока. Брух заканчивается. El baile de la bolsa con agua. Трики, 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 трики.